Брейкпоинт 30-40. В первом же гейме первой партии на подаче Роджера Федерера появляется возможность, шанс у Рафаэля Надаля, выиграв очко, сделать брейк, выиграть гейм на подаче Роджера Федерера. Сумеет ли реализовать эту возможность Надаль? Нет, мощная атака Федерера не справляется с вводящим ударом Рафаэль Надаль. Очень быстро сыграл сейчас Роджер. Вот видите, могучий его удар справа. То есть форхенд заставил Рафаэля Надаля быть не менее активным, рисковать. Ну и ошибка. Блестяще. Еще один брейкпоинт. Дважды в линии положения сейчас Надаль. Авантаж Надаль. Вот видите, этот удар Надаля удалось Роджеру отбить, но сейчас с бэкхенда через коридор по линии с боковым вращением небольшим принес очко еще одну испанцу. Идет, смотрит след от падения мяча Федерер. Затирает метку Надаль. Значит, судья линейный ошибся. Первая подача. Миша, первая подача. Продолжает подать Федерер. Ошибается Федерер. Выигрывает гейм на подаче швейцарца, испанский теннисист. Сделал брейк Надаль и вышел вперед. 1-0. Надаль повел в первой партии. Мы посмотрим, чем ответит Роджер Федерер. Смотрите, трижды играл обратный кросс из середины корта, пытаясь прострелить, посылая мяч под сильную руку Надаля Роджер Федерер. И три ошибки его дали возможность Рафаэлю Надалю повести в счете, сделать сразу же брейк. Ну, только начало. Может быть, то, что сделал брейк Надаль в начале сета, не так уж плохо для Федерера. Ну, во-первых, лишний раздражитель. Так является этот, может стать этот брейк. И вместе с тем, все-таки еще достаточно дистанции впереди до конца партии. Вторая подача. По 15. Казах.